Привет. Песеры с вами. Морж, 15 июня. Да, 15 июня, конечно же, у нас на календаре. Я тут немножко в месяцах потерялся. Думаю, июнь, июль. Ну, вроде еще июнь еще. И, конечно же, четверг. И, конечно же, небольшое обновление нашего песа. Само собой, новые эпики. Само собой, новая команда недели. Причем сегодня, блин, реально, вот прям как в названии, 44 игрока из команды недели. Как обычно, обновили нам ивенты. И, честно вам скажу, ребят... я в ахуе. Просто в ахуе. Канаби добавила нам новый ивент. Как это возможно? То есть они нам дали не два ивента, а три. Я, если честно, тут мои полномочия все. Да, ивент против искусственного интеллекта, но тем не менее можно получить тут 50 тысяч опыта и целый один навык кому-нибудь можно добавить. Если честно, выглядит, конечно, очень смешно. Вот. Но тем не менее, не два ивента, а три, а это прям победа. Это прям прогресс. А, само собой, сегодня я открою команду недели, и само собой, я сразу озвучу, за кем мы будем, собственно, охотиться. Будем мы охотиться за Шупа-Шупсом. Шупа-Шупсом для Баварии, как видите, он у меня за номинальные контракты, так... Кто-то тут мне денежек скинул, ой, как неожиданно и приятно. В общем, да, раз денежек уже скинули, нужно пополнить на мобилочку с российских карт золотишко. Пишешь мне в личку в Телеграме, ссылка в описании в закрепе, я тебе с этим могу помочь. Допишу видео, как раз помогу какому-то человеку, который мне скинул. Надо в Телеграме глянуть, кто это вообще был. Ладно, июньская кампания также у нас проходит, ну тут 150 тысяч, 50 тысяч, 120 тысяч хп, 50 тысяч опыта, 20 тысяч опыта, целый один навык. Да, на целый месяц прям шикарная кампания, скажу я вам. Ладно, эпики Италии. Здесь имба будет Пирло, он чистый центральный полузащитник, про прокачку само собой поговорим, откроем завтра. И жапанцы, как же мы без жапанцев можем обойтись? Причем, ребят, да, Куба получает монументальное празднование. Вот, кто там, Канавара, не получает монументальное празднование, Пирло не получает монументальное празднование, а Куба получает, мать его, монументальное празднование. Молодцы, Канами, вы очень любите своих. Я понимаю, что патриотизм это хорошо, но вы охренели. Честное слово. А, так, ну и две команды недели у нас по 22 игрока, круток сколько угодно, главное, чтобы золотишка хватало, то есть в теории вы можете поймать любого игрока отсюда. А, Корея, не знаю, нужен ли он мне под... собственно, матрасников. Фоден, у меня есть Манчестер Сити, но Фоден у меня лучше, который правый полузащитник. Мусиала, опять же, есть у меня Бавария, но у меня Мусиала центральный полузащитник, он лучше, чем эта карточка. Так что из этого пака, не знаю, на Корея надо потом посмотреть, но из этого пака ко мне особо никто не нужен. И второй пак на 22 игрока. Всем рекомендую поймать Салаха, охотника за голами. Реально, карточка просто бомбезная. Единственный минус у него нет удара без подработки. Сами понимаете, для центрального нападающего удар без подработки это must have, а, к сожалению, на команду недели дополнительный навык добавить не получится. Также здесь есть крайне симпатичный Барелья. Так, Гризи. У меня есть здесь матрасники, но у меня 95-й Гризи, центральный нападающий. Вальверде. Вот если... Реал здесь у меня есть. Карточка у меня другая. И нужен ли мне Вальверде именно в виде правого нападающего, я, если честно, не знаю. Вот. По остальным вроде никто. Вроде никто отсюда мне не нужен, конечно же, кроме Шупа-Шупса. Его я постараюсь поймать, хрен его знает, сколько у меня попыток на это все дело уйдет. Но чем хороша эта команда недели, сколько угодно попыток, главное реально, чтобы было золото. Зато я гарантированно точно знаю, что я поймаю нужного мне игрока, и я усилю нужный мне состав. Да, если хочешь следить за новостями по игре, вообще видеть мои какие-то мысли, посты, вот это вот все, есть просто мой канал в Телеграме, тоже ссылка... точно там же в описании, в закрепленном комментарии. Также в закрепленном комментарии я оставляю ссылку на чат, где уже 1200 человек. Самый большой чат по PES в руссообществе. Вот это бла-бла-бла, все дела. Вот, там ты можешь и на коп с кем-то договориться, и в принципе обсудить то, что есть в игре. Главное, читай правила и соблюдай. Потом, чтобы мне не писать, и тем более, я вообще не понимаю, о чем мне пишут, а что меня заблокировали. А ты правила читай, не нарушай, и не будут блокировать. Ну, как бы так, так сказать... Хочешь общаться? Соблюдай правила дома, в котором ты хочешь общаться. Если ты приходишь со своими правилами, пинок под жопу, никто с тобой разговаривать и что-то объяснять не будет. Да, жестоко, но тем не менее, по-другому, к сожалению, не получается в нашем комьюнити. Оно у нас разношерстное и разнообразное. А Тадич мне выпадает, у меня его несколько карточек есть. И там, по-моему, со всеми возможными позициями, в принципе. Надо посмотреть и вообще поудалять. Хотя сейчас 900 игроков можно в раздевалке держать, в принципе... Да ладно, ну неужели, лиги нет, ну как я понимаю, это Шупа-Шупс. С третьего пака, то есть, да, сколько угодно попыток, а я в принципе уложился в три попытки из команды недели. Не, ну я хорош, я хорош, а тут вообще не поспоришь. Спасибо, конечно, Канаме за такой
Уловчик немного пришлось потратить. По остальным игрокам надо вообще посмотреть, действительно, может, мне нужен кто-то еще отсюда, может, и не нужно. Реально, когда такое у тебя огромное количество игроков, просто, ну, сложно запоминать, где там кого не хватает и какая у тебя версия конкретного игрока. С этого пака, ну, Вальверде, возможно. Вот, возможно, Вальверде, если честно, я просто не помню, есть он у меня в реале или нет. Тем более сейчас у игроков, которые были с самого старта, ну, обычно карточек, позаканчивались контракты, я там кучу всего поудалял, у меня куча всяких недоборов, но я мало играю, поэтому, ладно. Надо посмотреть. Так, Шупик становится сюда вообще красиво, хорошо. Да, кстати, надо Мане, Канцелу и Павара прокачать. Вот, просто статы раскидать. Что-то у меня не доходили до этого руки. Так, Манчестер Сити, Фоден. Да, у меня он правый полузащитник. Эта карточка поинтереснее. Ну, как по мне, по крайней мере. Так, кто тут еще у нас есть? ПСЖ, вроде игроков ПСЖ не было. Ни в одном паке, ни во втором. Атлетико Мадридский, давайте глянем. Да, есть у меня Гризи. И он 95-й. Ну, то есть, Гризи 94-й мне явно не нужен. Ладно. Ладно. Реал. Давайте смотреть по Вальверде. Так, вот такой у меня Реал. И, ну да, куча игроков поудалено. И неужели у меня его вообще нет? Нет. Так, быть такого не может. Какой-то Вальверде у меня должен быть. Это 100%. Так, давайте сортируем. Нет, это не здесь. Фильтр. Уругвайс, да, он, если я не ошибаюсь. Значит, Южная Америка. И ищем Уругвай. Вот он. Давайте посмотрим. Так, есть у меня Вальверде. Да, ну вот такая вот карточка. И нужен ли мне правый нападающий из команды недели? Ну, если честно, я не знаю. Надо сравнить. За этого я 114 матчей набегал. Как бы мне он вполне понравился. Он меня вполне устроил. Здесь на самом деле надо бы подумать. Ладно, так, кто там еще из интересного был? Ну, по Баварии понятно. Это у нас для прокачки все дела. Просто 4-2-4 сохраненная, потому что она уникальна. Ну и да, Салах центральный нападающий у меня тоже есть. Салах центральный нападающий есть. Хе. Ну, походу все, мне из этих паков больше никто не нужен. Спасибо, конечно, Konami, что они вообще, в принципе, вводят такие паки, в которых можно поймать всех игроков. Да, пусть дорого, но все равно можно поймать всех. Хотя бы, можно не разочароваться, а то, реально, у меня многие команды недели, когда вот мне нужен там игрок, мне нужен был Кимих из Баварии, который правый защитник, вот я его прям хотел. Хрен там, не выпал, и все, у тебя 3 попытки, ну, 1 бесплатная, и дальше живи как хочешь и разочаровывайся потом в течение дня. Такие паки вот мне нравятся, где можно выкрутить всех. Да, пусть за деньги, пусть за дорого, но зато всех. Пиши, открывал ли ты эти паки, кто тебе выпал, с удовольствием тебя поздравлю, если тоже достаточно быстро поймал нужного тебе игрока, ну, или посочувствую, если не поймал, ну, или золотишко закончилось. Опять же, все полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии. По прокачке эпиков, само собой, поговорим после того, как я открою эпиков. В общем, далеко не разбегаемся, ребят. С вами был Морж, как обычно. До скорых встреч. Пока.